Будущие мамы городского округа Люберцы могут воспользоваться услугами единого колл-центра «Стань мамой» в Подмосковье. Специалисты расскажут о необходимых документах, которые надо взять с собой в роддом, о получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и комплексных услугах. Помогут записаться на прием к специалисту. Звонки принимают ежедневно с 8 утра до 8 вечера. С начала года на горячую линию уже поступило более 100 тысяч звонков. Напомню, что в Московской области работают 7 перинатальных центров. Один из них на базе Московского областного центра охраны материнства и детства, который расположен в Люберцах. Ежегодно в Подмосковье рождается около 80 тысяч детей.